Всем привет! Решил записать полезное видео про Subaru Tribeca. Короче, проблема была в том, что кондиционер включен, температура на минимум, а дует горячим. Фреон проверили полный, заправленный. Все должно быть исправно, но не включался компрессор. Прочитал на форуме очень легкое решение проблемы. Нужно открыть блок предохранителей. Это есть релешка на включение компрессора. Нужно было просто по нему постукать. Так. Короче. То есть